Привет! Сейчас все на карантине, а это значит, у нас одни сплошные выходные. И несмотря на то, что любые культурно-массовые мероприятия посещать нельзя, это вовсе не повод грустить. Поверьте, и дома можно найти для себя массу увлекательных занятий, и мы готовы вам о них рассказать. Закрытие музеев по всему миру не означает отказ от их посещения. Погулять по Пушкинскому музею, Лувру, галерее Уффици, Эрмитажу, а также крупным подмосковным музеям можно в интернете. В онлайн-галерее Лувра можно увидеть 35 работ, в том числе «Мона Лизу» Леонардо да Винчи и скульптуру Венеры Милосской. Во Флорентийскую галерею Уффици можно заглянуть через Google Art, чтобы увидеть и рождение Венеры Боттичелли, и медузы Караваджи, и поклонение волхвов да Винчи. В виртуальном туре Пушкинского музея можно посмотреть всю основную экспозицию главного здания. Полотна Дега, Моне, Писсаро, Ренуара, Ван Гога, Шагала и других мастеров. Предусмотрена навигация по этажам. Из зарубежных музеев также доступны онлайн-музей Прадо в Мадриде, музей Арсе в Париже и другие. Так, в музей сходили, теперь можно и интересный фильм посмотреть. Ведь о будниках карантина позаботились и российские кинотеатры. Например, онлайн-кинотеатр «Премьер» предоставил бесплатный доступ к своему контенту. Этому же примеру последовали «Кинопоиск HD» и онлайн-сервис «МОТВ». Воспользоваться услугой этих кинотеатров можно до конца апреля. Время, которое придется провести наедине с собой из-за изоляции, можно потратить не только на развлечения, но и выгодно вложить его в себя, занявшись самообразованием. Курсы иностранных языков, уроки рисования, различные техники вышивания – это и многое другое всегда было в открытом доступе. В сети можно найти единомышленников и бесплатные уроки практически на любой вкус. Однако не стоит забывать и про специализированные образовательные порталы. Geekbrains открыл доступ к курсам программирования, дизайна, управления и маркетинга. Портал «Лингвист» поможет бесплатно изучить иностранные языки. На данный момент доступны уроки по 18. Карантин, например, лучшее время поступить в Хогвартс. Что? Да, обучиться магии можно и не дожидаясь заветного письма из школы волшебников. Достаточно зарегистрироваться на специальном фанатском портале по миру Гарри Поттера. Но не стоит пропадать целыми днями в сети. Карантин закончится, и тогда организм вряд ли скажет вам спасибо за сидячий образ жизни. Поддержать себя в форме можно благодаря огромному количеству тренировочных курсов, доступных на том же YouTube. Будет достаточно обычной гимнастики на все группы мышц. Как еще поддержать свой организм в тонусе? Очень просто, поддерживая в порядке свой дом. Обычное мытье пола руками позволит сжечь около 120 калорий, а уход за кафельной плиткой в ванной комнате еще 120. Чистка сантехники поможет избавиться от излишних 110 калорий. Главное правило – повторять все действия по несколько раз и следить за напряжением мышц, прилагая дополнительные усилия и добавляя движением амплитудности. Не забывайте о разогреве мышц и растяжке перед началом уборки. Сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. Проведите карантин не скучно. Пока!